120 километров городских и региональных дорог отремонтируют в Ульяновской области в этом году. Работы по замене асфальтового покрытия уже начались. Сейчас подрядчики работают в Ульяновском районе. Это участок автомобильной дороги Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к санаторию имени Ленина. Здесь предстоит заменить 27 тысяч квадратных метров трассы. Сейчас производим работу по фрезерованию. Ну, сделано 700 метров, продолжаем. Будет последующие работы, укладка асфальтобетонного покрытия в выравнивающий слой и будет верхний слой еще. Выкрепление обочин. Будут сроки до 20 сентября. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с прошлого года включили ремонт мостов. В 2023 на очереди 10 переправ. Новый показатель по приведению мостовых переходов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, к всем тем нормам, которые настоящим требуются для мостов. Это приведение к 11,5 тонн нагрузки на мостовой переход. Напомню, национальный проект призван сделать дороги страны комфортными и безопасными, снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.